Ассоциация детского образования. К сожалению, я не застала, когда вы приходили в прошлый раз. Как прошел первый день? Честно говоря, я немного волновалась, но все прекрасно прошло. Все дети очень милые и прекрасно меня приняли. Да, это правда. Госпожа Севги, нашей ассоциации и ученикам очень повезло, что вы вызвались проводить занятия с слабослышащими детьми. Мы обучаем их с самого детства по особой образовательной программе для детей с нарушением слуха в возрасте до 6 лет. Уверена, вы справитесь. Я надеюсь. Большое спасибо. Госпожа Севги, вы, наверное, сами заметили еще при первой встрече, что наши ребята очень умные и упорные, и во многом этому способствовали занятия в нашей ассоциации. Мы очень гордимся, когда видим рост каждого ученика, который приходит к нам. Конечно, и я надеюсь, они достигнут еще больших результатов. А теперь мне пора идти, я зашла к вам поздороваться. Хорошо, идите, до встречи. Хорошего дня. И вам. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, госпожа Севги! Как ваши дела? Хорошо, дела. Отлично, у меня тоже. Сегодня мы будем рисовать. Ура! Да! Сегодня наша тема – счастье. Нарисуйте то, что доставляет вам больше всего радости. Ладно? Мне так интересно, что вы нарисуете. Приступайте. Берите карандаши. Проходите, госпожа Севги. Здравствуйте. Здравствуйте. Эту девочку зовут Севда. Она у нас первый день. Только сегодня пришла. Добро пожаловать, Севда. Меня зовут Севги. У нас с тобой похожие имена. Ты заметила? Не буду вам мешать. Не беспокойтесь. Дети, к нам пришла новенькая. Ее зовут Севда. Давайте поприветствуем ее. Привет, Севда! Освободим ей местечко. Тахсин, Нихир, подвиньтесь, пожалуйста. Это будет твое место, Севда. Вот так. Сейчас я дам тебе альбом. Вот. Держи. Вам нравится? Ну-ка, красиво получилось. Угу, ты молодец. Можно мне посмотреть? Дай красный карандаш. Я еще не закончила, правда. Можно посмотрю вот этот? Отлично получилось. И этот тоже. Ты красиво рисуешь. Кто это? Мама. Я. А это папа. Почему ты не держишь папу за руку? Он работает далеко от нас, и я по нему скучаю. Ты же знаешь, что он там по работе, верно? И несмотря на расстояние, очень тебя любит. Слушай, давай подправим твой рисунок, ладно? Вот так. Вы будете держаться за руки и будете широко улыбаться, ладно? Смотри, мне кажется, так лучше. Что думаешь? Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.